внимательно смотрел вокруг себя и в итоге сбили у него шайбочку с крюка. Новерт уже побежал. Меняться на шестого. Успевает Грин оставить шайбу зум, но ненадолго. И что, Эмптинеттер увидим? Да, увидим! 5-2. Выгребает Уайтман шайбу из сетки. И с этим матчем все становится ясно, окончательно и бесповоротно. Новерт может возвращаться. Минута 47. 3 шайбы преимущества. Чикагцами игра сделана. Так что отыгрались они перед Вашингтоном за те самые в предыдущих двух матчах 2 поражения в овертаймах с одинаковым счетом 3-4. Как в Вашингтоне в прошлом году, так здесь в Юнайтед-центре в позапрошлом. Отыгрались в полной мере. Но и опять же, в 17-й встрече Чикаго против команд Восточной конференции 12-я победа. Весьма впечатляющий показатель.